Всем привет! Сегодня буду вязать такие пинеточки. Для пинеток нам понадобятся нитки двух цветов. У меня акрил 350 метров в 100 граммах и спицы номер 4. На спицу набрала 42 петли. Вяжем первый ряд. Первая петля изнаночная. Из второй петли вывязываем 2 петли. Дальше до последних двух петель вяжем изнаночными петлями. На спице осталось 2 последние петли. Вяжем из одной петли, вывязываем 2 петли. И последняя петля изнаночная. Второй ряд, все петли ряда изнаночные. Третий ряд вяжем так, как вязали первый. Первая петля изнаночная. Дальше из следующей петли вывязываем 2 петли. Одна и вторая. И дальше до последних двух петель вяжем изнаночными петлями. На спице осталось 2 петли, и следующие петли вывязываем 2 петли. Петля, вторая, последняя петля изнаночная. Четвертый ряд, все петли ряда изнаночные. Пятый ряд вяжем так, как вязали первый и третий ряд. Первая петля изнаночная. Из второй петли вывязываем 2 петли. Одна петля и вторая. Дальше до последних двух петель вяжем изнаночными петлями. На спице осталось 2 петли, и следующие петли вывязываем 2 петли. И последняя петля изнаночная. Следующий шестой ряд вяжем все петли ряда изнаночные.
Седьмой ряд вяжем так, как вязали первый, третий и пятый. Первая петля изнаночная. Из второй петли вывязываем 2 петли. И до последних двух петель вяжем изнаночными петлями. На спице осталось 2 петли. Из следующей петли вывязываем 2 петли. 1, 2. И последняя петля изнаночная. Восьмой ряд вяжем серой ниткой. Вводим серую нитку в вязание. Восьмой ряд вяжем полностью серой ниткой. Все петли ряда изнаночные. Пятый ряд продолжаем вязать серой ниткой, все петли ряда изнаночные. Десятый ряд, все петли ряда изнаночные, продолжаем вязать серой ниткой. Одиннадцатый ряд вяжем серой ниткой, все петли ряда изнаночные. Двенадцатый ряд вяжем розовой ниткой, все петли ряда изнаночные. Тринадцатый ряд продолжаю вязать розовой ниткой, все петли ряда изнаночные. Четырнадцатый ряд вяжем серой ниткой, все петли ряда изнаночные.
15 ряд продолжаем вязать серой ниткой все петли ряда изнаночные. Шестнадцатый ряд вяжем розовой ниткой все петли ряда изнаночные. Семнадцатый ряд продолжаем вязать розовой ниткой все петли ряда изнаночные. Восемнадцатый ряд вяжем все петли ряда изнаночные, продолжаем вязать розовой ниткой. Девятнадцатый ряд. Продолжаем вязать розовой ниткой все петли ряда изнаночные. Двадцатый ряд вяжем серой ниткой. Для начала первую петлю снимаем, вторую провязываем изнаночной серой ниткой. И снова следующую петлю снимаем, одна петля изнаночная. Одну петлю снимаем, одна петля изнаночная. Одну петлю снимаем, одна петля изнаночная. Одну петлю снимаем, одна изнаночная. Петлю сняли, провязали изнаночную. Петлю сняли, провязали изнаночную. Петлю сняли, провязали изнаночную. Петлю сняли. Провязали изнаночной. Петлю сняли, провязали изнаночной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Провязали так 20 петель. Следующую петлю снимаем. И дальше вяжем 8 петель изнаночной. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали 8 петель изнаночными петлями. Дальше снова снимаем одну петлю, одна петля изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Одну петлю снимаем, вторая изнаночная. Двадцать первый ряд вяжем так же, как вязали
20. Первую петлю снимаем. Вторая петля изнаночная. Одну петлю снимаем, нить за работой. Одна петля изнаночная. Снова одну петлю снимаем, нить за работой. Одна петля изнаночная. Одну петлю снимаем, нить за работой. Одна петля изнаночная. Одну снимаем, одна изнаночная. Одну снимаем, одна изнаночная. Следующие 8 петель провязываем изнаночными петлями. Провязали 8 петель изнаночными, дальше снова одну петлю снимаем, нить за работой, одна изнаночная. Одну петлю снимаем, одна изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Двадцать второй ряд вяжем розовой ниткой. Первые 21 петлю провязываем. Первую 21 петлю провязываем изнаночными петлями. Провязали 21 петлю. Следующие 8 петель с помощью крючка провязываем вместе. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Набрали 8 петель на крючок. Провязали 8 петель вместе изнаночной и дальше до конца ряда вяжем розовой ниткой изнаночными петлями. Двадцать третий, все петли ряда вяжем розовой ниткой изнаночными петлями. Двадцать четвертый ряд вяжем
серой ниткой. Первую петлю снимаем, вторая изнаночная. Следующую петлю снимаем, следующая изнаночная. Снова одну петлю снимаем, одна изнаночная. Одну петлю снимаем, одна изнаночная. И так провязываем 17 петель. Провязали 17 петель, на спице у нас 17 петель. Следующие 9 петель вяжем изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Провязали 9 петель изнаночными петлями. Дальше до конца ряда вяжем по такой схеме. Одну петлю снимаем, одна петля изнаночная. Одну петлю снимаем, одна изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Следующий 25 ряд вяжем, как вязали 24. Одну петлю снимаем, одна петля изнаночная. Одну петлю снимаем нить за работы, одна петля изнаночная. Одну петлю снимаем нить за работы, одна петля изнаночная. Одну петлю снимаем, одна петля изнаночная. Так вяжем до центральных 9 петель. Центральные 9 петель вяжем изнаночными петлями. Дальше снова вяжем по такой схеме. Одну петлю снимаем нить за работой, одна петля изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Одну петлю сняли, одна петля изнаночная. Одну петлю сняли, одна петля изнаночная. Двадцать шестой ряд вяжем розовой ниткой. Первые 17 петель провязываем изнаночными петлями. Провязали 17 петель. Следующие 9 петель будем провязывать вместе изнаночной с помощью крючка. 3 петли, 4, 5, 6, 7. 5. Вытянули петельку, снимаем 9 петель, дальше до конца ряда вяжем изнаночными петлями.
Провязала 26 ряд. Дальше следующие 7 рядов буду вязать розовой ниткой изнаночными петлями. С 27 по 33 ряд вяжем изнаночными петлями розовой ниткой. Провязала еще 7 рядов, вместе вышло 33 ряда. 34 ряд буду вязать серой ниткой, буду закрывать петли. Для этого первую петлю снимаю, делаю накид, следующую петлю провязываю лицевой. Предыдущие 2 петли одеваю на провязанную петлю. Снова делаю накид, следующую петлю провязываю лицевой, одеваю накид и одеваю предыдущую петлю. Снова накид, одна петля лицевая, и одеваем накид и предыдущую петлю на провязанную петлю. Такое закрытие петель даст нам эластичный край. Один накид, одна петля лицевая. На провязанную петлю одеваем накид, потом одеваем предыдущую петлю. И так закрываем все петли. Закрыла все петли, осталось только шить пинеточку. Сшиваем, и пинеточка готова.
Шили пинеточку, теперь выворачиваем. Пинеточка готова.